Життя людини – це довгий пошук себе, свого призначення, можливості допомогти не лише собі стати кращим, а й принести щастя іншим людям. Хтось знаходить себе відразу, знає, ким він хоче бути, обирає професію, знаходить роботу, про яку мріє. А хтось шукає своє призначення набагато довше. Тож інколи здається, що відшукати свою місію у цьому світі просто неможливо. Кожен рік, як закінчується, і буває таке, що разом з роком закінчується і людина. В плані там настрою до роботи, настрою до життя, через певні обставини. В когось взагалі цей шлях не відбувався до себе. Тобто йому сказали, там, ти лікар, ти слідчий, ти не знаю хто там. Що це таке? Чому це важливо? Путь к себе, взагалі, він дуже важливий, тому що человек, который не познал себя, который не идет вглубь своей души, который не слушает себя, который не находится в уединении со своим внутренним «я», можно сказать, что он не нашел свой путь. Вообще свой путь очень найти очень сложно. И если человек уже начал идти в эту сторону и задавать себе вопросы, зачем я живу, что я тут делаю, для чего я сюда пришел, какое мое истинное предназначение, то это не будет прям легким таким путем, который вот он захотел, прочитал, помедитировал, и ему вот открылось вот это свое внутреннее «я». К нему надо идти стремительно, надо идти уверенно, надо идти каждый день. То есть маленькими шажочками идти к своему внутреннему «я». И когда вы обретете, подружитесь с этим внутренним «я», обретете гармонию в уединении сам с собой, со своим внутренним «я», тогда вы можете говорить о том, что я нашел этот путь, я иду по нему достойно, счастливой, гармоничной жизни. Стремление познать себя, то есть оно как бы банально звучит, но это такие вещи, как гармония с собой, гармония с окружающим миром, гармония с людьми, гармонично находиться в социуме, умение общаться с другими людьми. То есть это все зависит от того, нашли ли вы сами свой путь. Если вы не нашли сами свой путь и не увидели своего внутреннего «я», то вы просто живете банальной, обычной бытовой жизнью. Можно сказать, навіть не своєю, яка би мала бути індивідуальною від того шляху. Обов'язково має ставатися щось катастрофічне. Пройшла хвиля, зруйнувала людині життя, і починається перебудова, починаються перші кроки по цій стежці. Обов'язково воно так. Або, наприклад, нічого не відбувається. Все стабільно, все гарно, рівно в людини, але щось її гризе, що вона не займається цією самоактуалізацією, якщо правильно кажу. Так? Да. Не всегда должно что-то катастрофическое, трагическое, драматическое произойти в жизни человека для того, чтобы он стал себе задавать вопросы. Кто я? Зачем я? Где мой путь? Как мне его найти? Очень часто уже в наше время люди и без неприятных ситуаций, в принципе, приходят к тому, что истинная, полноценная, удовлетворительная жизнь лежит через познание самого себя. Когда вы познаете себя, когда вы себя почувствуете, когда вы будете уверены в себе, уверены в том, что вы на самом деле родились в тот момент, вы на самом деле делаете те замечательные, эффективные вещи, и они дают свои результаты, и другим людям, которые находятся рядом с вами, то это и есть вот тот человек, который может сказать, да, вот он мой путь, и я действительно несу в мир новые знания. Я пришел не просто так, я нахожусь сам в гармонии с собой и с окружающим миром. И
я что-то новое в этот мир принесу, что-то интересное. Я сделаю что-то полезное для себя и для окружающих. И сейчас, на самом деле, больше людей уже интересуются такими вопросами, как путь к себе, как развитие. И особенно человек, который в наше время стал на путь развития и идет по нему, вне зависимости от того, с какой скоростью он идет по этому пути развития, то это уже дает ему плюсы, дает ему ту волшебную возможность черпать с мира, со Вселенной знания, новые возможности и воплощать самому в жизнь и делать какие-то классные, приятные, волшебные действия для себя и для других людей. Це ж може бути і творчість. Я багато людей знаю, котрі, ну, там милуються творчістю інших, а самі собі кажуть, ну, я не можу це робити, ну, то просто не моє. Ну, мені подобається, але, ну, воно мені не дано. От, це ж також, я думаю, якийсь такий бензин для того, щоб людина по тій дорозі рухалася. Да, то есть очень хорошо, чтобы у человека, который начал путь к себе, начал путь развития самого себя, то есть путь к себе – это как саморазвитие. То есть вы сами себя развиваете в творчестве, в разной другой профессии. И если человек восхищается другими людьми, то ему просто надо немножко показать, другой немножко, ну, с другой с точки стороны, что им также можно восторгаться. Просто он, возможно, еще немножко не уверенный в себе для того, чтобы заявить о себе как о классном, творческом, потенциальном человеке, который может в этот мир приносить радость, добро и творить очень полезные дела и делать свою жизнь качественной, гармоничной, удовлетворительной на все 100%. Зараз ми згадали, треба невпевненість відкинути. І з самого початку, я так розумію, невпевненість. Це шкодить всім. Да, неуверенность вообще лежит в основе, наверное, всех сфер. Если человек ощущает неуверенность, он не будет делать шаги. Но человек, если у него есть предназначение, он просто пока его не видит. Почему? Потому что у него есть страхи. То есть, опять же, эти страхи, они есть у всех, они есть разные. И эти страхи блокируют нас к тому, чтобы мы развивались, чтобы мы что-то новое узнавали, чтобы мы даже делали какие-то действия просто даже для себя. И страх это блокирует. Со страхом это как эмоция. Страх это самая разрушительная эмоция. Со страхом надо подружиться, надо помириться. И иногда полезно войти в этот страх. Иногда нас страх бережет от чего-то. И правда, если бы у нас не было страха, то мы бы могли руку засунуть в кипяток. То есть здесь наш страх нас останавливает, потому что, ну, если вы это сделаете, физически ваша рука пострадает и будет очень больно физически уже. То есть страх, он разрушительный, но он иногда нам во благо. Поэтому очень хорошо сесть, подумать, что мне дает эта ситуация и что мне дает этот страх. Иногда включается у людей саботаж. Если вы стали на путь развития, то всегда ум будет вас блокировать. Вы ведь жили обычной жизнью и по графику, как у многих это, в принципе, бывает. Каждое утро вы начинаете, проснулись, пошли делать дела, сходили на работу, пришли, сделали, покушали, стирка, глажка. То есть, и это такая обыденная жизнь. Ее люди, многие в такой атмосфере живут, каждодневной. Вот. Но если вы начнете каждое утро просыпаться, себе улыбаться, начинать себя благодарить, себя хвалить, начинать применять новые какие-то
методики, техники с утра делать либо зарядку, либо гимнастику, либо вы всю жизнь, если вы правша, вы чистили зубы правой рукой. А вы вот возьмите и попробуйте это делать левой рукой. Ваш ум будет что? Сопротивляться. Да ну, зачем? Это неудобно, это не будет качественно, правильно? Но если вы это будете делать регулярно 21 день, потом 90 дней, то есть эта привычка у вас заложится, и вы переборете этот саботаж, вы заставите сами себя, потому что вы являетесь взрослым уже человеком, и вы заставите чистить левой рукой, и вы увидите, что даже это действующая классная техника. И вы будете видеть, как уже происходят какие-то изменения в вашей жизни, в вашем пространстве. То есть каждую методику, каждую технику в любых сферах нужно применять каждый день, так как и путь к себе. Он нелегкий, к нему надо прийти. Его надо вообще услышать и себя почувствовать, и каждый день хотя бы начать с того, чтобы задавать себе вопросы. Чего я хочу? Чего я хочу? К чему я хочу прийти? А вот если я приду к этому, или я буду идти по такому пути, куда он меня приведет? А если я буду идти по другому пути, куда он меня приведет? То есть найти, написать себе, допустим, просто два разных пути. Всегда, когда вы начинаете путь к себе, то будете, даже если вы уже увидите этот путь, вы будете счастливы, вы будете наполнять этот путь энергией, вы будете что-то делать для того, чтобы ваш этот путь был гармоничным и удовлетворял вас на все 100%, то будут по бокам проявляться, как я называю, как шелуха такая. Разные будут включаться механизмы, которые будут вас сбивать с этого пути. Вы идете, ага, тут включился страх. Вы в него заглянули, посмотрели, ага, что мне этот страх дает. Хорошо, я тебя услышал, я тебя понял, но я все равно попробую. Ведь пока вы не попробуете, вы ж не будете знать, там будет... Это найгірше не спробувати. Да, да. Вот. Потом начнется тревога, потом начнется, придет какое-то опустошение, потом сомнение, потом со стороны люди будут подключаться, которые будут вам говорить, куда ты идешь, тебе это не надо, будут сбивать вас с пути. И это будет первая такая, такой звоночек, такая подсказка от Вселенной, что вы на правильном пути. Когда вы идете правильным путем, именно тогда будут по бокам вот эта вот шелуха, которая будет вас сбивать. Поэтому идите уверенно к себе настоящему, к своей той жизни, которую вы хотели, которую, возможно, где-то под социальными какими-то моментами вы ее приглушили, вы как бы дверь закрыли в этот путь. Открывайте, не бойтесь, наберитесь храбрости, наберитесь уверенности и просто идите, мечтайте. Я так розумію, що навіть від маленьких таких кроків, реалізованих на тому шляху, то людина вже має всередині якесь таке відчуття, от той вогонь. От, то, власне, по тому і можна розуміти, що це дорога твоя, наприклад, коли ти гориш, ну, тобі, звісно, будуть заважати. Чи там обставини, чи то люди, які не пробували, і кажуть, що ти не можеш цього робити, правильно? Звісно. Звісно. Однозначно вас будуть збивати з толку, тому що... В любом случае, вы будете уже взрослые делать какие-то такие действия, которые не принятны обществу. Вы будете заниматься, возможно, таким развитием, которое не приемлет ваше близкое окружение, ваши родственники, ваши домочадцы, ваши родители. Вот. Это будет всегда, это есть у всех. Главное выдержать, набраться вот, уверенности, всем сказать спасибо вам большое за вашу поддержку, за то, что вы переживаете за меня. Я благодарю вас за это, но я попробую. Я вот хочу попробовать, ведь это моя жизнь, и она у меня одна. И я хочу ее прожить достойно и быть полезным этому миру, дать что-то этому миру. Ведь не просто так вы пришли в этот мир, а если вы еще и стали развиваться, если вы стали просто задавать себе вопросы, в
тот момент в своей жизни, когда у вас ничего не произошло трагического, то это очень замечательно, что не какое-то негативное событие вас сподвигло на развитие, даже на то, чтобы хотя бы начать задавать себе вопросы. Іноді відповідь приходить швидко, іноді затримується. Але це головна мета вашого життя, яка здатна зробити щасливими не лише вас.